Как накачаться с гирей? Что делать, если ты хочешь накачаться, но из тренажеров у тебя дома только старая советская гиря 16 или 24 килограмма? Это канал SJ Body, меня зовут Спартак, мне 41 год, я фитнес-тренер из Симферополя. И сейчас я расскажу тебе, что нужно делать. Не забудь подписаться, потому что в следующем видео я расскажу, как сесть в позу лотоса. Так можно накачать бицепс. Так можно накачать плечи. Так можно накачать спину. А так ноги. Ну, или так бицепс. Вот так трицепс. Плечи и ноги.